Новый учебный год не за горами. Полки магазинов заполнены ручками, тетрадками, рюкзаками и, конечно же, осенней одеждой. Шоурум местных брендов «Союз» представил новую коллекцию школьной формы для маленьких модников. Выбрать детям и их родителям есть из чего. Коллекция школьной одежды подготовили двое местных дизайнеров. Вещи подобраны в разной ценовой категории, чтобы каждый смог найти что-то для своего чада по доступной цене. Одежда достаточно удобная и комфортная. Самое главное, она очень красивая. Сделана она из натуральных тканей, поэтому я думаю, что для детей она будет очень такая приятная на каждый день и такой с небольшой изюминкой. Яркие наряды для школьников помладше, а также элегантные, утонченные для ребят постарше. Блузки, платья, юбки, сарафаны, брюки, клёши, фартуки на любой вкус. Дизайнеры ориентировались на современные модные тенденции, но про удобство и комфорт тоже не забыли. Тут мне в этом магазине очень все нравится. Я бы забрала все на свете в каждом магазине. Мне очень нравится тут форма. Я сразу сюда пришла, мне сразу захотелось тут все купить. Мне вот очень удобно в моей форме и нравится, какая форма одета на моих подружках. Благодаря активной работе отечественных предприятий легкой промышленности закрытие иностранных магазинов не ударило по ульяновцам. Импортозамещение работает. Мы рады о том, что благодаря нашей совместной работе новых три производителя школьной формы как раз в преддверии нового учебного года можно посмотреть, можно выбрать. Это и массовый сегмент, это и дизайнерское интересное решение для школьной формы, особенно для девочек. Сейчас ульяновские бизнесмены активно наращивают темпы производства. Как показали два месяца работы бутика, спрос есть и довольно большой. В дальнейшем планы, естественно, увеличивать количество резидентов и дизайнеров, увеличивать объемы, потому что действительно у нас спрашивают очень много одежды. И я думаю, что мы будем увеличивать ассортимент. И, конечно, будем увеличивать количество городов присутствия шоурума российских дизайнеров в планах Москва, Санкт-Петербург. И в дальнейшем даже Беларусь. Напомним, что сейчас в правительстве идет обсуждение новых мер поддержки для предпринимателей. В бюджет уже заложены средства на то, чтобы они могли частично компенсировать затраты на арендную плату и обустройство новых магазинов. Алина Тихонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.